Если ты давно мечтаешь о лицензии Майнкрафта с полным доступом, то у меня для тебя хорошие новости. Три человека, которые поставят лайк под этим роликом, подпишутся на мой канал и подпишутся на двух счастливчиков по ссылочке в описании, получат три лицензии Майнкрафта с полным доступом. Итоги, то есть результаты этого мини-конкурса, будут в день выхода следующего ролика в моей группе ВКонтакте, на которую ссылочка есть в описании. Так что участвуй и подпишись на группу, чтобы не пропустить итоги. Всем привет, ребят, с вами Атумка, и добро пожаловать на «Угадай постройку в Майнкрафте». Со мной сегодня Фишка. Всем здрасте, и мы будем отгадывать постройки, да? Да, мы будем отгадывать как минимум постройки друг друга, ну и также постройки остальных, разумеется, игроков на сервере. Оставайтесь, ребята, с нами, ставьте лайк этому ролику, пишите какие-нибудь ваши крутые комментарии и подписывайтесь на наши каналы по ссылочкам в описании. И что же, погнали? Да, чуваки, погнали. И вот наша игра начинается, и воу, я первый строитель, я буду строить так, что мне такое? Ё-моё, чувак, я выбрал что-то, вроде бы написано что-то среднее, но это сложно. Я не имею понятия, как я сейчас это буду строить, реально. Ладно, я постараюсь. Я постараюсь что-то построить. Пожалуйста, надеюсь, вы не будете меня бить. Надеюсь, вы кусаться не будете. Так, сейчас, ладно, окей, постараюсь. Блин. Лестница, что ли? Мне вас жалко, вот реально, мне вас жалко, потому что я бы сам, наверное, такое не отгадал. Окей, допустим, вот так, потом, допустим, вот так. Очки, что ли? Ну не, это не очки. Если кто-то отгадает, я реально буду просто в шоке. Надеюсь, я хотя бы симметрично строю. Ну, не совсем. Хотя нет. Нет, кстати, строю симметрично. Окей, это хорошо. Так, дальше на что? Дальше берем черную шерсть, делаем вот так вот. Сейчас, подожди, сейчас все видишь. Кстати, реально все думают... Что это? Все думают, что это очки, но нет, ребят, это не очки. Это не очки, это кое-что другое. Сейчас я покажу, что карета. Нет, это и не карета. Так, стоп. Тут у нас должно быть как? Должна быть вот такая очки штука. Очки это! Это, это не очки, и это не то, о чем ты только что подумал, хотя я почти. Знаю. А, это когда летом, знаешь, купается такой тубочек, да, выходит эта штука? Что? Нет, это вообще не то. Нет, это не то. Ну вот, блин, сейчас ты должен уже начать отгадывать. Так, стоп. Дальше я не знаю, как это делается, но я предполагаю, что это примерно выглядит... Я не знаю, как это точно выглядит, но я предполагаю, что выглядит примерно вот так. А, блин, нет, придется взять другие блоки. Ладно, возьму, это допустим. Это велосипед, что? Что сейчас это? Ты все поймешь, надеюсь. Хоп, там, и вот эта вот штука, вот эта штука, что это такое? Что я сейчас делаю? Быстрей, думай. Так, допустим, тормоза, хоп. Это не тормоза, так, один смотрит вперед, другой смотрит назад. Что это такое? Я старался, парни, я старался, реально. Я угадал, кстати, Да, ты отгадал? Блин, ну как сказать, я старался, как бы. Это педали, вот. Ну, как думаешь, похоже вообще? В конце да, в конце да. Окей, я понял. Ну, блин. Если бы я руль не сделал, то не отгадали бы. А так, я думаю, более-менее понятно. Кто еще отгадал, кроме тебя? Никто. Никто, только ты отгадал. Буду думать то, что я тебе подсказывал, хотя я ничего тебе не подсказывал. Ладно, что у нас тут дальше строится? Маршмеллоу. Надеюсь, это не АФКшер, потому что тут иногда даже встречаются АФКшеры. Да, так. Так что, пожалуйста, репортите их, да, потому что... Окей, что он такого может построить? Мне он взял белую шерсть, я думаю, он построит какие-то облака, нет? Да. Чувак, его белая шерсть похожа на его голову. Да, такое есть, да. Что это он строит? Так, может быть, небо? Нет, не небо. Может быть, блок шерсти? Нет, знаешь, строит блок шерсти. Так, 7 букв. Вторая буква Е. Что это может такое быть? Так. Дерево нет. Что это такое может быть? Звезда, может? Нет, вроде бы нет, не звезда. Не, здесь вторая буква Е. Небеса, парень пишет, нет, могло в принципе быть такое, но нет. Что-то из белой шерсти. На что-то похоже? Это похоже на метеорит. А, кстати. Метеорит? Блин, это было так близко. Я думал, сейчас реально отгадаю. Кстати, да, реально сам начал писать. Мне кажется, буквы даже сходятся. Так, но нет. Чашка? Нет, блин. Так, вторая же буква Е. Метеор. Медь. А, стоп, четвертая буква вообще С, С вообще как? Медсестра. Я не знаю вообще, честно. Это какой-то воздушный шар. Что это? Вот как раз парень написал в чате воздушный шар. Так, что это такое? Это похоже на какой-то вирус. Знаешь, вирусы вот так примерно выглядят. Да, ну блин, ну это же не вирус, там нету таких букв. Нет, это не вирус. Может быть, какой-то синоним, но... Я не знаю, ребят, если вы уже как бы догадываетесь на что-то похоже, то можете написать в комментариях, чё очень это интересно такое? Будет. 20 секунд осталось, я не понимаю ещё, как не, это счёт не... Блин, что это может быть? Парень, ты строишь немножко сложно. Не особо? Не, может быть, он правильно строит. Сейчас узнаем, через 7 секунд узнаем, нормально он построил или нет. Не особо. Блин, что это, интересно?
Это бейсбол, что? Что? Подожди. Никто не угадал, никто не угадал, не зря. Блин, сделал бы биту тогда. Биту, из которой вылетает бейсбольный шарик. Да, да, согласен. Тогда было понятно. Это больше было похоже на метеорит реально какой-то. Да, или шар какой-то, не знаю. Да, это был самый обычный мяч, это могло быть все что угодно. Да, да, да. Так, что это, чел? Есть миллионы игр с шарами, с мячиками. Так, что это такое? Крест? Нет, не крест. Что это? Так, сколько букв, интересно? Самое главное для меня это буквы, знаешь, когда-нибудь кажется. Да, сейчас интересно посмотреть, какие там буквы. А, два, что-то... А, английское слово, тут иногда такое бывает, то что иногда слова не русские, а английские попадаются. И тут надо сейчас понять, как... какое это слово. И это не одна, это несколько. Мне кажется, что типа это что-то машина какая-то или какое-то типа животное. Блин, кстати, да, может быть сейчас он все это соединит и получится что-то одно. Элефант, не-не-не. А, он, подожди, он будет соединять? Да, он будет соединять. То есть это... это что-то одно. Машина, что-то... Блин, на что это? На что это вообще похоже? Да. Не знаю, что-то... Не, я думаю, это не транспорт. Мне кажется, это не транспорт. Ну, потому что у него... Транспорт, у него нет животных, знаешь. Это не колеса. Или это он... Или он только потом это делает, но это не похоже на колеса. Это... Либо... Чувак, не знаю, животное, может, какое-то... Мне кажется, это на стол какой-то похож, что, хотя... кто-то угадал, угадал, угадал что... кто-то? А, это, не знаю, наверное, это какой-то его друг, потому что... Что это такое? Вот эти ножки стол меня немножко тенниса. Смущают. А, для тенниса, а, теннис, это второе слово теннис, а первое слово тейбл теннис. О, я отгадал. Да, стол для тенниса, реально. Да, жесть. Я на первом месте. Ты в последнюю секунду просто отгадал. А, ну, да. В принципе, похоже, да, кстати, похоже. Потому что я и подумал по его ножкам, типа, а это знаешь, не машина. Я загнул в чат и посмотрел, что Earth Power написал, понял? Что, где? А ты же не можешь увидеть, что он... А, стол для тенниса. Нет, понял, понял. Так. А он угадал, кстати. А чё бы нет? Ну, я походу понял, что это. И вот-вот. Да, так, алмазный геймер. Алмазный, слушай, жестко. Жестко. Интересно, это что он сейчас будет строить. А я предполагаю, вот. Я предполагаю, что это будет какой-то вид транспорта. Главное, чтобы буквы появились. Парень говорит, Тумка Геймс, я в видео попал. Да. И сам себе ответил. Зачем туда спрашивать? Так, это два слова. На что это похоже? Так. 13 букв, интересно. 13 букв, первая буква П. Так, пока что это похоже на какую-то платформу, вроде как. Ждем вторую букву, знаешь. Последняя буква. Блин. То есть это какая-то платформа или это рамка, картина какая-то? Нет, там же два слова, как можно. Может быть, это логотип какой-то? Одна минута осталась. Чувак, строй быстрее, он очень медленно стоит, пока что непонятно. Так, что это такое? Кто-то отгадал? Как он отгадал? Я не понимаю. Никто даже не пишет свои догадки в чате, потому что никто и понятия не имеет. Стоп, знаешь, похоже на медицинскую, знаешь? В клиниках есть такая коробочка медицинская. Да. Медицинская коробочка. Но я даже не знаю, как она называется, и по-любому там не начинается на П. А, первая помощь. Первая помощь, то есть, да, видишь, я так и говорил. Я так и думал, что это похоже, что это она и есть, просто что я не знал, как она называется. Лол, да. Первая помощь. На английском все просто, знаешь, да. В чем прикол? Я, кстати, первый, лол. Первая помощь, ну я, типа, окей, он не нарисовал, он нарисовал коробочку для того, чтобы она у нас ассоциировалась с первой помощью. Да, я поначалу подумал, что это пицца какая-то, знаешь? Пицца. Блин, мне нравится его голова. Верстак, Да. Прикольно, у него штука на голове. Так, ладно, посмотрим, что он нам построит. Так, что уже это? Черная шерсть, подожди. Черная шерсть. Да, угадаем перед тем, как слово пишется, интересно. Так, ну это что-то черное, Давай, я по буквам сразу пойму, если там одно слово короткое, то это, наверное, черный. Хотя нет, парень уже пробовал. Так. Второе слово вообще из четырех букв. Что это может быть за слово такое? Это похоже... Слушай, он просто раскидал просто шерсть и раскидывает сейчас просто glowstone. Что это такое? Похоже, знаешь... Похоже на какое-то, знаешь, произведение искусства какого-то Пикассо. Или, знаешь, это квадрат Малевича какой-то. Да. Вау. Что это такое? Так, он сейчас нам подсказку, наверное, какую-то даст. 8? Что это? Нет, это не 8, я думаю. Или что это вообще такое? Знаешь, он на английском, походу, подсказку делает. Black, но он пишет черный. Что черный? Черная, так, черная... дыра, не знаю. А, я угадал. Что, каким образом это черная дыра? Как слушай... Слушай, мне интересно, где тут... Где он дыру хотел изобразить? Просто я что-то ее не вижу. Сделал бы, не знаю, я даже не представляю, как, но можно было как-то по-другому это сделать, черная дыра. Ну ладно, зато я отгадал.
Окей, окей. Так, я... Так, строит фишка. Давай, Фижич, построй что-нибудь такое нормальное, чтобы понятно было. Самое сложное, чуваки. Ты выбрал сложное самое? О, да. Окей, сейчас посмотрим. Так, что у тебя там? Давай, показывай. Так, строй, что это? Так, это... церковь? Не знаю, подожди, просто... Подожди, я только начал. Так, ладно, думаю, это не церковь. Ты бы как-нибудь отреагировал на это. Так, это какой-то... Не знаю, может, квартира? Нет? Спальня. О, ё-моё, какое длинное слово. Дом. Да, второе слово — это дом. Да. А первое слово — это квадратный, нет, современный, там нет вроде буквы Т. Что ж такое? Что, я был близок? Да, очень близок. Современный, блин. Синонимы, какой... синоним. Футуристический? Попробуй. Футуристический дом. Нет. Ну просто парень чатик написал футуристический. Чё, ты правильно написал, но неправильное слово. Что? Футуристический дом. А, я просто посмотрел, как парень написал в чате, и просто по нему футуристический дом. Блин, слушай, на самом деле, если бы не парень в чате, я бы сам не написал. Я бы, думаю, не додумался бы до этого. Ну типа, я понимаю, что это какой-то современный дом, но этот синоним я бы вряд ли смог подобрать. Ну... Окей, футуристический дом, ну ладно, в принципе, хорошо, пойдет. Не, ну там же, ты видел, что там было, а? Там, да, там кровать и сундук, офигеть. Там рычаги были. Офигеть просто, о, ничего себе, что-то пацан немножко странный, парень, немножко странный у него скин. Да, какой-то, не знаю. Слушай, а я не понял, я-то строил вообще что-то или нет? А какая у меня была постройка, я уже не помню. Подожди, кстати, ты реально что-то строил вроде? Я не помню, если я не строил, то я, наверное, построю сейчас, но я вроде бы... А, я же строил это, педали, я же вроде первый строил. Да, кстати, да. Окей, да, окей, сейчас посмотрим, что этот чувак будет строить. Он, наверное, так, там сразу сила планеты. Так, это какая-то подсказка. Ну, я думаю, это и так было очень, очень понятно. Я думаю, это было проще простого. Чё? Да. Прикольное слово, на самом деле. Чё-то странно. Знаешь, тогда попадаются такие слова, что даже строить ничего не нужно. Он видимо, лёгкое, знаешь, выбрал. Слушай, первые два места мы занимаем. Ну, точнее, я второй, это третий. Прикольно. Так, если сейчас парень Earth Power не получит ни одного поинта, то есть не отгадает, а мы с тобой отгадаем. Ну, если я отгадаю, то я буду займу первое место. Слушай, я тоже отгадаю, слушай, я первый. Сейчас посмотрим. Я буду готов, я готов уже. Земля. Так, Бенди, так, Бенди, удиви нас, почему-то ничего не строит, мне кажется, или это уже готовая постройка, мне кажется, или нам уже нужно отгадывать, покажите нам, сколько букв, легкая атлетика, 6 букв, о, первое Б, интересно, что такое, не, прыжки парень уже написал, он что-то делает, он что-то выбирает, походу, что он, что-то делает, так, ну, что он делает? Я знаю. Нет, как же... Поляна. Да нет, что-то не то. Поляна, что? Кстати, правильно написал, типа буквы все подходят. А, что? Что? Павлин? В смысле, какой павлин? Я третье место занял. Подожди, какой павлин? Он говорит, типа он был павлином, или как мы должны это отгадать? Типа... Я не знаю, но мы заняли топ-3, и это хорошо. Ладно, я занял третье место. С вами, да, странный какой-то парень, типа, я так понимаю, он типа хотел, чтобы мы подумали, что он павлин, или как мы должны были это отгадать, я не понимаю. Я не знаю, видимо, не знал. Ребят, пишите ваши догадки в комментариях, напишите, отгадали ли вы то, что это павлин, судя по тому, что он просто бегал по платформе. В общем-то, ребята, в любом случае, если вам понравилась эта серия, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наши с фишкой каналы, и спасибо за просмотр. До новых встреч, увидимся в новых роликах, и что, Фижич? До свидулечки! Пока-пока!